Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, а в доме царят любовь и взаимопонимание. Праздничные песни и танцы разных народов. Первомайские мероприятия в Чунах проходили в нескольких районах города. На площади Азатлык организовали концерт с участием популярных творческих коллективов. Мир, труд, май – это такой праздник, который мы должны внушать, вселять в своих детей, потому что наше новое поколение совсем не знает этих праздников. А вообще все ждут наступления весны, потому что зимой замерзают, а весной тепло. Я очень рада. Я вообще люблю с детства этот праздник. И очень рада, что тут звучит музыка нашей молодости, которой люди, рожденные в СССР. А вот как в вашей молодости отмечали 1 мая? Ой, это было здорово. Мы выходили с утра с транспарантами, цветами, шарами. И был парад. В этом году первомайского парада не было, но чунинцев этот факт не сильно расстроил. С праздником весны и труда горожан поздравила администрация города. В этот день мы чествуем всех тех, кто работал и работает, для того, чтобы мы уверенно шли вперед. И, конечно, в первую очередь мы говорим слова признательности и слова благодарности с нашим ветеранам. Праздничные концерты также прошли в Парке Победы и Парке культуры и отдыха. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Чунлэ ТВ.